Всем привет! Сегодня у нас в видеообзоре музыкальный мобиль от компании Infotino. Игрушка представляет собой очень красивый, качественный и многофункциональный мобиль, который родители смогут использовать с рождения малыша и до возраста 3 и более лет. Он имеет безопасное зеркальце, подвесные игрушки из безвредного пластика, ночник и проектор со звездным небом. Игрушку можно установить как мобиль, затем как светильник и проектор, прикрепив его к кроватке. А третьим вариантом использования его можно ставить рядом с кроваткой на тумбочке. Размеры мобиля со стойкой составляют 27x45 см, а размеры блока 12x12 см. Он работает от 3 батареек типа 3А. На блоке присутствует сенсорная панель, на которой можно регулировать уровень звука, а также выбирать подходящую мелодию или звук природы из 6 доступных. Имеется два режима, это пробуждение и режим сна. В режиме сна сначала будет включен проектор, ночник и играть музыка на протяжении 10 минут. Затем с 11 до 20 минут будет включен только ночник. В режиме пробуждения до 3 минут будет включен ночник. С 4 до 15 минут к ночнику добавятся мелодии, а с 16 до 20 минут будет включен проектор, ночник и мелодии. После 20 минут мобиль в обоих режимах переходит в режим экономии энергии. Ребенок будет внимательно наблюдать за вращением игрушек, огоньков и слушать мелодии. Спасибо за просмотр. Всем пока!